У папы экзамен. Лампа горит. Занимается папа. Толстую книжку достал он из шкафа. Он исписал и блокнот, и тетрадь. Должен он завтра экзамен сдавать. Петя ему отчинил карандаш. Петя сказал, обязательно сдашь. Учатся взрослые после работы, носят в портфелях тетради, блокноты, книжки читают, глядят в словари. Папа сегодня не спал до зари. Петя советует, слушай меня, сделай себе расписание дня. Делится опытом Петя с отцом. Главное, выйти с веселым лицом. Помни, тебе не поможет шпаргалка. Зря с ней провозишься, времени жалко. Учатся взрослые после работы, с книжкой идут на экзамен пилоты, с толстым портфелем приходит певица, даже учитель не кончил учиться. У вашего папы какие отметки? Интересуется дочка соседки и признается, вздыхая мальчишкам, у нашего тройка. Волнуется слишком.